Привет, друзья, мы возвращаемся в Life is Strange. Короче, она узнала, блин, свои суперспособности. Я вижу тебя, Макс. Да, ты заколебал. Чувак, мне тёлку надо спасти. А ты ко мне тут пристал своими разговорами. Я не допущу, что... Так, все, давай к выбору. Поближе, мы это все в прошлой серии видели. Я не стесняюсь. Я не упущу, просто... Ты просто ждешь подходящего момента? Да! Именно так. Макс, только не затягивай. Джон Леннон сказал, жизнь это то, что происходит с тобой, пока ты оживленно строишь другие планы. Теперь иди. Не буду задерживать. Во, красавчик вообще. Слушай, чувак, а о чем мне отменять? Несмотря на то, что ты уже принесла фотографии для конкурса. Не ты одна это сделала, так что... Ну ладно, давай, мне с тобой надо поговорить, да, чувак? Извините, мистер Джефферсон, можно с вами поговорить? Да уж, извинись. Нет, Виктория, ты нас прости. Я не допущу, чтобы будет... Так, завали. Вот это. Я почти готова. Как сказал Джон Леннон, жизнь это то, что происходит с тобой, пока ты строишь другие планы. Макс, ты жжешь сегодня. Все твои ответы правильные. Постарайся сегодня закончить. Я верю в тебя. Отлично. Все, можно уже пойти спасти там? Там, может, девушку сейчас убьют, а я... сижу тут, блин. Надеюсь, я успею добраться до туалета. Пожалуйста, пожалуйста. О, давай, беги, беги. Говорить. Скажу, чокнутая. Туалет направо. Так, вот он наш толканчик. Входим. Итак, Макс, повтори каждый шаг. Ну, я сначала умылась. Это я точно помню. Правильно. Потом ты пошла, сказала, что херня это все. Залетела бабочка, сфотографировала ее, а потом вошел торчок. Не втягивай их в это, сука. О. Ты не знаешь, что я, блядь, такой? И что я могу сделать? Ты быдло. Не смей мне указывать! Вау, меня все идентично. Люди пытаются помыкать мной! Пойми. Нужен молоток, чтобы разбить стекло. Даже скучать. Давай, передвинь. Твою мать, я не могу этого допустить. Если отмотаю время назад, то спасу ее. Да ты заколебала. Давай, отматывай. Так. Мистан, убери от меня пушку. Давай, двигай быстрее. Черт. Нет, 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 нет. Да ты заколебал. Ты урод. Во. Швали, даже скучать не стану. Убери от меня пушку, псих. Вот, вот, черт. Нет, нет, да, нет, 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 слушай, нет, вот нет. Ты... Из-за убийства у тебя будет гораздо больше проблем. Да под... Швали, даже скучать не стану. Убери от меня пушку, псих. Слышь. Вот, черт. Нет, 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 а, или я уже... У тебя будет гораздо больше проблем, да по такой... Такой швали, даже скучай... Давай! Ура, я успел! Не может быть! Ничего себе! Никогда ко мне не прикасайся! С тысячной попытки я успел, охренеть! Очередной дерьмовый денек! Он не убил ее. Как такое возможно? Я как видела, так... как девушку застрелили, а потом спасла ее. Что за пиздец? Терпеть не могу. Просто успокойся. Как тут успокоишься? Давай вываливаем, эй, быстрей. Ты слышишь сирену? Ты должна быть на улице. Мне нужно было в туалет. Все девчонки так оправдываются. За что оправдываться? Что бы ты там ни делала,
У тебя на лице написано, что ты виновата. Меня врасплох застали. Тогда проваливай отсюда, девчуля. Или ты что-то прячешь, а? Благодарю, мистер Мэтсон. Все находится под контролем. Ничего не случилось. Оставьте Макс Колфилд в покое. И, пожалуйста, вырубите сирену, ведь это ваша работа. Соснул! Дагестанец какой-то, блин. Так. Ой. Случайно. Ну, давай. У тебя взволнованный вид. Ты в порядке? Я просто волнуюсь за свое будущее. Я вижу, ты нервничаешь. Ты ничего не скрываешь? Можешь быть откровенной со мной, Макс. Ты сделала что-то плохое. Ведь так? Макс, расскажи. Давай не будем на него стучать. Мне просто стало плохо. Женские штучки. Только вот ты ходишь как зомби. Думаешь, ты первая, кто так отмазывается? Я не вру. У меня голова закружилась на уроке. Расскажи, что ты скрываешь? Можешь доверять мне. Да нечего тут скрывать. Стало плохо. Знаете, так бывает. Опять это подростковое нахальство. Знаешь, Макс, меня достаточно. Ты здесь только 3 недели, а уже создаешь проблемы. Не думаю, что твоим родителям это понравится. А теперь выйди на улицу. Пожалуйста. Нет, он явно не купился на эту ложь. Возможно, ты дебил вообще, что ли, Эл? Свою стипендию в унитаз. Конечно, я могу перемотать время и сказать ему правду. Так, ну давай. Настучим на Нейтана, значит. Я видела Нейтана Прескотта с пистолетом в руках. В женском туалете. Нейтан Прескотт? Ты уверена? Да. Он разговаривал сам с собой, держа в руках оружие. Я говорю правду, он был похож на психа. Ладно, успокойся. Успокойся. А теперь скажи мне, он видел тебя? Я пряталась за кабинками. Я имела право там быть, это женский туалет. Конечно, конечно, я только хочу понять, что случилось. Мистер Прескотт из самой известной семьи в городе. А еще он самый почитаемый ученик. Сложно поверить, чтобы он размахивал оружием в женском туалете. Что было потом? Ну, потом он вышел. А я выбежала, не зная, что делать. Действуйте. Это серьезное обвинение. Я разберусь с этим. Спасибо, что сказала. Бабочки мне перечислят, да? И это все? После моих слов? Давайте мы обсудим это позже, в моем кабинете. А теперь идите на улицу вместе с остальными, мисс Колфилд. Ой, пошел ты, придурок. Он ничего с ним не сделает, поскольку семья Прескотт владеет Академией Блэквелл. Может перемотать время и соврать? Ай. Нифиговая Академия, кстати, у них. Я бы хотел в такой Академии, на самом деле, учиться, а не в своей школе. Считай, что на перемене можно выйти на улицу, воздухом, блин, подышать. Нейтан Прескотт, пройдите в мой кабинет. Спасибо. Рэйчел Эмбер. А, это мы с вами читали в прошлой серии. Что же с ней произошло? Чё, куда пойдём-то? Ну, давай присядем, отдохнём, что ли. Этот день становится все безумнее. Все происходит так быстро. Посидели, все. Нам нужно в кампус, она говорила. Поле для атлетики, главное здание и дармитория какая-то. О, у меня что-то от ворона какого-то. Так. Ау. Сорян, опаздываю, безумный денек. А, ну все, нам, короче, на парковочку, да? Так, мне следует сходить в общагу и взять там флешку.
Так. Где общага-то у нас? Ну я просто... Ну, блин, ты заколебала. Вот, у меня тут что-то... Дэвид. Ублюдок, Нейтан. Ректор, понятно все. Парковка. Вот это общага, наверное, все-таки, я так полагаю. Да, нам с вами в общежитие, правильно я полагал. Флешку забрать надо. Давай, Логан, кидай сюда. Надо подняться в комнату и забрать флешку Орена. Что это такое? Общежитие Прескотов. Боже правый, моя общага принадлежит семье Нейтана. Ну да, такое бывает. Понятно, тут все проплачено. Эй, ну, шалава, отойдите. О, это Макс Колфилд, местная селфи-блудница. Что за дрянная уловка? Даже Марк, мистер Джефферсон, купился на это хипстерское дерьмо. Дагерский процесс, сэр. Да ты это еле выговорила. Тебе, наверное, твои таблетки помогли. О, чувак! Раз уж ты все знаешь, я думаю, ты найдешь другой вход в общагу. Мы не сдвинемся. Постой, замри на секунду. Почти. Как оригинально. Не бойся, Макс. Прежде чем опубликовать это фото, я наложу на него винтажный фильтр. А теперь свали-ка на все четыре селфи. Тащить бы тебе разок. Я уберу твой костлявый зад с моего пути. Я не буду трогать эту лестницу и калечить бедного Самуэля. Мне нужно только убрать Викторию со своего пути. Ну давайте через черный вход войдем. Ручки тут нету, да? Классно. Черта! Да вы шутите? Только взгляните! Тише, Виктория, это просто вода. Ну да, вода пропитала кашмир. Вы хоть знаете, сколько стоит эта блядская рубашка? Выглядишь отлично. Теперь даже на ступеньках не посидеть. Вот так тебе и надо, овца. Ты понимаешь по-английски? И исчезни. Вот ты тварина, а. Как же тебя еще подставить-то? Ну-ка. Хм. Ну давай как-нибудь сделаем это. Только что надо сделать, я пока не совсем понимаю. Ну, я понял, что надо как-то краску сбросить. Круто. Так. Сейчас придумаем, как это сделать. Так, чтобы он сбросил краску, надо, короче, взять и... Да я понял. Черт, я что-то упустила. Нужно вернуться назад. Давай быстрее немножко. Вот. Ну давай, ты вешаешь. Так а в чем прикол-то? Да ё-моё. В чем прикол того, что он повесил, блин, этот долбанный?
Может, надо что-то с этой поговорить? Ты не пройдешь. Капишь? Она выглядит как разъяренная мокрая кошка, но все еще стильно. Вот ты, блин, задолбала, а? Так, да. Этот чувак залезает. А потом... А потом... Ну, только один варик. Может, мячик попросить? Слышь, эй. Кидай. Круто, бро. Ну, пиздец просто. Эй, красильщик. Ага, все, ясно. Ясненько. Ладно, проверим, получится ли. Я должен был сломать, оказывается, у ведра там ручку. Ну, сейчас ты у меня сполна получишь все. Так, да, она обрызгана. Ну и смотрите на наш сейчас итог. И... Сейчас будет лол. Такая краска для волос не идет, нет. Простите. Держись от меня подальше, чудила. Подожди, подожди, мы сейчас принесем полотенце. Шевелитесь, а то я высохну. Получилось. Не шутите с Макс, сучки. Так-то, поняли. Не шутите. Ну чё, уступишь дорожку-то? Привет, Виктория. Чего тебе, Макс? Дай... Поиздеваемся. Нет. Ничего не говори, Макс. Подожди, вот так и сиди. О, тут даже фильтр перед отправкой не нужен. Соснула. А теперь подвинься. У меня был тяжелый день, и я иду к себе. Да валяй. Я знаю, где ты живешь. И на этом тоже. Может, и не стоило этого делать? Теперь надо к себе в комнату, а потом к Уоррену. Да ладно, ладно, я не буду это делать. Я ж хотел просто посмотреть. Давай. Поддержим ее. Мне так жаль. Это была отличная рубашка. Да, была. Но я куплю себе новую. Ну, похоже, ты разбираешься в выборе модной одежды. У меня и правда есть талант, так сказал мистер Джефферсон. Я видела твои снимки. У тебя интересный взгляд, как у Ричарда Авидора. Он один из моих кумиров. Спасибо, Макс. Надеюсь, эти неряхи принесут полотенце, пока я не высохла. Ну вот чё. Мир во всем мире. Ты заслуживаешь лучшего снимка. Прости, что не дала пройти, и за это на все 4 селфи. Это было грубо, но так забавно. Просто у меня эти дни. Я тебя прекрасно понимаю, Виктория. Увидимся. Ароа. Вот так все в порядке. Возможно, Виктория просто меня разыграла. Вот это я понимаю, все разобрались по-дружески, все в порядке. Так, доска. Так, объявление про пажа мы с вами видели. Так. Виктория разослится, мы так задержались. Где-то комната-то? А вот комната Макс. Войти.
Отлично. Дом, милый дом. Люблю свой кокон. Ну, приляг, отдохни. Только не усни. Все, отдохнула, молодец. Так, нам нужна флешка Уоррена. Так, одно сообщение от мамы. Макс, мне на электронную почту пришло письмо от вашего ректора. Это правда, что сочиняла небылица о почетном студенте Блэквелла. Ректор написал, что строить ложные обвинения — это очень плохо, и он волнуется, что ты так поступаешь. Позвони мне, поговорим об этом, Макс. Ну я сказал, ректор паскуда. Так, давай флешка. DVD ноутбук. Так. Похоже, да, она оставила мне записку. Привет, девчонка, я твое уехала, и я могу смотреть несколько, пока ты учишься. Если тебе нужно вернуться, просто позвони мне в мою комнату. Хо-хо. Супер. Теперь надо переться к Дане, чтобы забрать у нее флешку. Ну ты что делаешь-то, алё? Чужие флешки брать нельзя. Ты не выйдешь, Дана! Скажи мне правду, иначе сгниешь там. Хера себе. Добро пожаловать в драму королев Блэквелла. Ой, поворот. Это нереально тупо. Ну, давай поговорим. Джульетта, у тебя все нормально? Ага, Макс. Я заперла Дану, потому что у нас все нормально. Это смешно. Давай узнаем, что было. Что она сделала? Что она сделала? Она занималась виртом с моим парнем. Ауч! Откуда ты узнала? А какое тебе вообще дело? Меня, зачем ты спрашиваешь? Ты никогда со мной не общалась. Ну вот, решила поговорить. Какая у меня фамилия? Так, пускай будет Мейсон. Джульетта Мейсон. Жалкая попытка. Спасибо за беспокойство, Макс Колфилд. И, кстати говоря, Джульетта Уотсон. Тихо. Сейчас все будет. Подожди, Джульетта Уотсон. Давай-ка. Джульетта. Ага, Макс. Я заперла Дану, потому что... Вот так. Джульетта Уотсон, пожалуйста. Я польщена. Не думала, что ты знаешь, как меня зовут. Это смешно. Конечно, знаю. Спасибо. Я заперла ее, потому что она занималась виртом с Закари. Невозможно. Ты уверена? А это точно она? По словам Виктории, Дана пойдет на все, лишь бы сходить с ним на свидание. По словам Виктории? О. Она видела их переписку, а Закари не отвечает на мои звонки. Когда Дана признает это, она может идти прямиком в ад. Макс, клянусь, я ничего не делала. В этом замешана Виктория. У нее в комнате должны быть доказательства. Ага. Ну, вы, блин, тут, конечно, частным сыском занялись, блин. Господи, что я делаю? Хожу по чужому общежитию. Вернее, по чужим комнатам. Ау. Ну, она хотя бы пыталась. В отличие от меня. Во, камера. У нее и правда есть полупрофессиональная камера с широкоугольным объективом. Ну, мне это прям как-то помогло. Ну, планшет. Она что, собирается купить себе 3D-принтер? Может, мне и правда с ней подружиться? Магазинчик технического искусства. Настольный 3D-принтер Тезука. Стоимость 3600 баксов. Создайте свое будущее. Побывайте в 22 веке вместе с настольным 3D-принтером Тезука. Придумайте и создавайте все, что захотите. Закажите сегодня, приготовьтесь... подготовьтесь к завтрашнему дню. Хорошо. Так. Тихо, ноутбук. Ноутбук, давай. Надо отдать Виктории должное. Она не запостила мое фото. Зато запостила красивый снимок. Та-дам! Джульетта должна увидеть это письмо. Нужно поскорее его распечатать и валить отсюда. Тейлор, очень... Так, сейчас. Мне так жаль тебе об этом сообщать, но прямо сейчас облапошила Джульетта Дану, а нужно было всего ничего написать Джульетте, что я видел интимную переписку Зака с Даной. Эта слица тут же мне поверила и теперь устраивает разборки в общаге. Сама виновата, нечего было зариться на Зака. Что ж до Даны? Да всем на нее насрать.
Можешь уже готовить попкорн, зря еще знатная чмавки, Виктория. Так, ну окей. Давай распечатаем это. Эй, слышь? А во-во-во. Вот так вот. Отлично. Это у нас. Уверена, что после этой статьи Джульетта у нее в черном списке. Понятно. И взять, конечно же, письмецо, да. Это лучшее доказательство невиновности Даны. Ну все. Мы с вами подругу-то выручаем. Все, осталось отнести это Джульет, и все будет изи-бризи просто. Распечатка. Прочти вот это. Ну, конечно. Я такая дура. Прости меня. Да уж. Ты правда думала, что я могла лезть к Закари? Нет. Это все тупая ревность. Ужин за мой счет. Все еще любишь меня? И постираешь мои вещи. Спасибо, Макс. Ты настоящая ниндзя. А теперь посмотрим, что Зак скажет про Викторию. Наконец-то я свободна. Спасибо. Флешка у меня на столе. Ну, успех, чего? Осталось немного. Просто забери флешку и встреться с Уорреном. А вот флешка. Взять. Мы должны оберегать нашу прелесть, чтобы оно не попало в лапы Макс. Чё? Какие лапы, Макс? Все, пока. Что-то там от Уоррена. Ну, он, короче, меня уже совсем тут прям заждался. Давай, братан, я уже иду. Не парься. Только не говорите, что сейчас какой-то еще инцидентик, да, возникнет там что-нибудь с Викторией. Что за пипец? Ау! Больно же! Черт, нужно отмотать время. Что за... Алиса, подвинься. Ну, если ты просишь, Макс. Чек. Вот об этом я и говорю. Наконец-то я кому-то помогла. Ничего страшного. Что там от Виктории? Спасибо. Кстати говоря, но мы не друзья. Да все ясно, ясно. Это будет иметь последствия. Да плевать. Не мне же последствия. Не думай, что я слепой. Думаешь, я не вижу, что происходит в Блэквилле? Ты понимаешь, о чем я толкую? Оставь меня в покое. Давай фотку сделаем. Ты не обманешь меня. Я знаю все об этой школе. Это я здесь прикрываю тылы. А тебе лучше бы определиться, на чьей ты стороне. Пожалуйста, отстань. Надеюсь, понравилось шоу. Большое спасибо, Макс. Да вы заколебали. Черт, мне надо было заступиться за Кейт. Этот козел переходит все границы. Я могла бы перемотать время и поступить иначе. Ох, тут с выборами, конечно, да, тяжело. Так. Мешат, конечно. Эй, оставьте ее в покое. Простите, но мы здесь заняты академическим делом. Простите, но нельзя кричать на учеников, тем более угрожать. Эй, никто никому не угрожает. Я выполняю свой долг. Это не так. Выходящая проблема, мисс. Я запомню наш разговор. Да. Да. Шел отсюда, неудачник Саны. О, Макс, это было круто. Думаю, ты его напугала. Мне нужно идти, но спасибо. Для меня это много значит.
Пожалуйста, Кейт. Чувствую себя героем дня после того, как помогла Кейт. Ладно, давайте, короче, остановимся с вами на этом. Действие продолжим с вами в следующей серии. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк, вступайте в группу с вами под видео. С вами был GameChannel Alex. Всем пока.